Эти вон вообще куда пошли? Что, не поклевки? Там была поклевка, сорвал. Стоило пожалиться. Стоило, говорю, пожалиться. А я на тульскую, на беленькую. На что взял? На слезы нахуй. Поплакался и взял. Что, к нему, может, туда пойдем? Ага. Нет, на медную. Да. Да что-то он так берет вообще еле как. И подымет. И остановит. А ловится, не ловится ни хрена. Там мормышечка-то совсем уж малехонькая.
Видно же, что трогает ее. Бодра, сука, наверное, мотыля. Да поклевочки такие, еле-еле. Конечно, бодрал она. Я уж по одному мотылю стал садить, как червяка насаживать. Полезки мои.
Беги на доросток. На Тульскую? Нет, на эту. Никель. Ну я вот на медную, а сейчас никель поставил. Опять начал брать. Не-а. Я там пробовал на дискотеку, нифига. Ну вот там, где начинали рыбачить, там пробовал. Там нифига. А здесь нет. Да нет, нет, пробьется один.
там поближе, там чуть-чуть, на метр разница. Ну вот, я говорю, вот метр между лунками и метр глубина разница. На каком швале это стоит? На леточке. Не, он брать просто не хочет, но есть там. Да ну он прикоснулся и больше не взял, но ясно, что он стоит. Он у него шел, пошли, как и все. Вот она вибаста. Кто это? Вибаста вот это. А, ну. Ну. Ну, она небольшая, да? Ну, там 5 литров, по-моему, да? А? 5 литров в горючке, да? Ну? 21 ну, 5, час. 5 она прям до края. И через вот эту он плескается, даже так вот переносить. Он литр, наверное, набрал. Это 21 час работало. Ну, на минимум поставил. Там, не знаю. Ну, уже такой тепленький. И в палатку затащишь, быстрее там жара, чтобы... Там жара, да, потому что датчик здесь. Вот этот надо саму эту удлинять и в палатку ставить. Потому что здесь термодатчик стоит. В этом, в табло, да? 17 показывает, он на полную мощь его врубает. Поэтому так. Надо посмотреть, что там ватка выписала у меня. Вот будешь на рыбалке ездить. Мы ее вот на охоту брали в УАЗе. На улице ее оставляли, вот гофру вытягивали, корточку, вообще замечательно. А вот здесь первый раз взяли. Ну вот они показывали, только не ну, затарахтело. Да, затас, там минус 30 было, поставил он на улице ее, да. И воздух вот такой теплый, он взял, затащил, эту подниз, но надо, говорит, потом ее чем-то это, да, ну, чтобы не жечь. А эту в палатку, да, и там что-то 20 с чем-то показывало. Ну она не сильно шумная это. Ну, по крайней мере, он здесь есть. Нет, я думаю, что он я его не взял. Видел, что качнул. И больше всего, под его все сделал, молчит. Ну, стоит. Или мормышка, или это. Ну, я вот на никель поменял. Угу. Три штуки дернул, и все, опять тишина. Ты его переворачивал? Угу. Бывает, ему пивок или... проводку сменишь, то быстрее если вот пишешь, то одна вот так вот секунд около 10 трясешь, да, потом пошел кверху. Вот так и бывает срабатывает. Выдрочил. Двенадцать. Ну да. Да мотылика поменять. Потому что там его вообще нету. Пока чай пил.
Пообожрали? Нет, есть. Привет. Да так, трудовые. Ну, мотыля поменял сразу поклевочка. На свеженького-то. Ну, по идее, после каждой поимки надо менять мотыль. Так вот он, видишь, выпендривается. Выдрочил. На смену игры раз заинтересуется, возьмет. Только думаешь, другую лунку поменяю сейчас. Раз, ага. Ну что, до двух-то хотя бы посидел. Чё ты, Оля, как? Чё-то молчит. Пол второго еще только. Сколько нащелкал? 50? Нормально.
а я 16. Порыбачили, свежим воздухом подышали. Еще можно было 1:53 рыбачить. Пленки бы хватило. Коля у нас на вратах. Вратарь.